Всем привет, ребят! Сегодня у нас в ремонте будет вот такой вот пылесос фирмы Bosch, AZLED беспроводной. Причина такая, смотрите, быстро разряжается. Кто сталкивался с такой проблемой, столкнулся, не спешите его выкидывать. Сейчас я вам все покажу и расскажу, как устранить данную проблему. Причина такова, что разряжается внутри у него аккумулятор. Будем их менять на новые и тем самым мы добьемся хорошего результата. Все, ждите, поеду разбирать его. Та-да-да-дам. Вот разобрал. Короче, вот он у него моторчик. Видно, не видно. А, вот, видно, наверное, вам. Что там написано? 19. Вот тут 19 в цене написано. Если видите. Ой, ну-ка, черный. 19,3 вольт, что ли. Короче, 19-вольтовый. А вот они наши аккумуляторы, которые мы будем сейчас менять. Они между собой спаяны. Работа непростая. Система вот примитивная, ребят. Чё, вот так выглядит разобранный беспроводной пылесос марки Bosch. Кстати, в оригинале. AZLED. Так, я подготовился к этому ремонту. Вот у меня здесь пару отверточек, круглогубцы. Купил новые аккумуляторы. По 3,7 вольта они в оригинале, кстати. Ну, не знаю, оригинал не оригинал, но, по крайней мере, цена у них довольно-таки неплохая. И выглядят они неплохо. Вот сейчас я вам сфокусирую. Да, ё-моё. Вот. Хотите, кто-нибудь отсканируйте QR-код. Вот, пожалуйста, вот так сделаю вам. И почитайте за них. Вот, в общем, 7 новеньких аккумуляторов. Паяльная кислота. Это селфи-палка. Паяльник на старте. И олово припой. Все, будем производить замену старых аккумуляторов. Они никчемные, негодные. Ну, не знаю, как их проверить, кстати, ребят. Я хотел изначально сэкономить на клиенте. Заменить 5, там, 4, половину. А потом подумал, если вдруг один негодный, он не будет пропускать ток. И в итоге вся моя работа на смарку. И жаба так давила меня, ребят. Пришлось купить все эти 7, ё-моё, аккумуляторов. Ну да ладно, не жалко. Главное, опыт, что-то новенькое вот в плане ремонта. Мне самому интересно. Это как бы пылесос уже современный считается. Почему бы не залезть туда? Все, поехали. Отсоединю сперва вот этот моторчик, выкину его куда-нибудь в сторону, чтобы он не мешал. Потом все это почищу тоже, и моторчик почищу перед сборкой. Поехали! Первым делом я распаяю все их, они, видите, между собой припаянные сидят. Отсюда бортик, выходит вот бортик, выходят они в ту сторону, вот сюда выйдут. Так, все распаяем сейчас, чтобы они стали подвижные, независимы друг от друга, по отдельности как бы. Вот. Видно, да? Запаянные. Короче, ребят, это оказалось не все так просто, как выглядит. Сейчас я хочу хотя бы один вытащить, да сравнить его с моими новенькими. Блядь, тут у меня работы на всю ночь. А выхлоп небольшой. Выхлоп небольшой. Маржа не очень. Жаба давит теперь. Надо было, блядь, 4 аккумулятора взять. Эх, блядь, работы много. Мои любимые хейтеры, напишите, пожалуйста, что я делаю неправильно, что я опять тут накосячил. Честно, охота материться, вот Bosch, это
Боже, вот честно, я никогда я не стараюсь не делать эту технику, боже. Ну почему вы такие вот, боже, зачем? Зачем ставить вместо шурупов шурупы со звездочкой? Я не понимаю, я пока эти звездочки нашел. Блядь, 2 часа потерял, нахуй. Теперь вот эта батарейка, она должна выйти, она не выходит. У нее здесь ограничитель и здесь ограничитель. Ну как так? Вы что, ребят? Вроде бы дорогая техника, должно быть все съемное. Никак не вот это, чтобы весь пылесос разобрать и поменять. Блин, эти аккумуляторы, вы что, Bosch? Я вообще в шоке от вас, да? Ну честно, Samsung LG, респект, красавцы вы. Как вот Mercedes Ешка. Невероятно. За полчаса одну удалось мне вытащить. Ну вот, смотрите, маркировочка какая у нее. Samsung, Виталий. А, вы чё, боже, позор, фу! Я же это же, я или я глюк поймал, или это в натуре, это Bosch у нас. А батарейка Samsung, представляете? Вот, ребят, я никого не обманываю, Samsung. Ой. Короче, это по маркировке сходится, да? Хотя бы цифры 18650 сходится. И это Made in Japan стоит. А это, представляете? А, 18650 тоже сходится. Made in China. А это не сходится. 21865. Вот, 21865. Хуёв знает. Чудака, короче. Ну и ладно. Будем ставить, вариантов нет. Опачки. Вторая пошла у меня. Что-то пошла и встала, короче. Так. Это тоже вышло. И... вот она там приклеена была. И тоже Samsung, ребята. Вот Samsung. Я ничего не выдумываю. Они вообще есть же сбрендили, придурки. Bosch. Bosch, походу, только, блядь, шурупы под звездочку и пластик. Даже пластик, я не уверен, что это бошевский. Просто наклейка, эмблема Bosch. Остальное все это Samsung LG или китайцы какие-нибудь. Вянху, Синьфо. Короче, здесь путаться нельзя. И поэтому я решил ставить и опаивать сразу. Потому что эти провода плюс-минус. Что-то. Меня не напрягает, если честно. Я боюсь запутаться. И я буду сейчас сразу опаивать эти батарейки. Еще вот видите, вот такая тема, что на вот эту фигню, блядь, припой не липнет. Олово не липнет, нужна кислота. Блять, сколько времени это все занимает. Хейтеры, ну-ка там мне накатайте, что там, как там мне в следующий раз это все делать по-быстрому. Скажите, что тут не так я делаю. Как надо, как вы там профессионалы, блядь. Мутите, крутите. Вот, видали? Видали с первого раза, нахрен. Вообще у меня опыта нет, пайки. Любительская пайка. Так, здесь получается вот напаял олово. Теперь я смогу ее припаять к батарейке. Но и батарейке нужно припаять это олово. Оно тоже такое же, не липучее же там, это железяка. Вот сюда нужно там, которая тут стоит, напаять. И потом этот провод к ней припаять. Потом вот здесь тоже вот эту еще вставлю. Как-то их нужно, я не знаю, бесит.
ювелирная работа какая-то, не нравится мне. Я привык такое все, топором, тах-тах, тух-пах, по-СССРовски, короче, молоток, топор, отвертка, все. Не все таки плохо, блядь. Я вообще в шоке. Вот смотрите, как я работаю, ребят. Я не знаю, я не по ящикам, ничего я такое, короче, не делаю. Никогда, редко. Максимум релюшку пропаять. А тут такая тема. 7 батареек. Я того гулял. Фуф. Как-то, в общем, припаялась, держится. Держится нормально, в общем. Вот смотрите, что я сделал. Эй, покажи. Покажи мне. А вот здесь же вот. Не фокусирует, смотрите. Не хочет. А ну вот. Коряво, но припаял. Накислил. Вот еще накислю. Короче, паяльная кислота. Без нее вот эта херня, вот это олово, не липнет, представляете? О, видали? Видали, как все слипается? Как скотч, блядь. Как вот эта ловушка для мух, короче. Прилипает моментально. Так. Это минусовая сторона. Я сейчас разобрался сам. Чё да как. Короче. Одна сторона. Вот эта батарейка шла плюсовой сюда. Теперь следующая минусовой сюда. Последовательное соединение, в общем, идет тут какое-то. Теперь ее вставляем. Вставляем ее сюда. И спаиваем. А что не лезет? Ну что тебе надо? На старте. Вот, залазит. И спаиваем ее. Короче, вот эти две. Можно спаять, припаять, соединить. Паяльник тоже у меня детский. Никак не для этого, это точно. Чё, ни хрена не греет, представляете? Спать уже хочет тоже. Чё, темно тут. Опа, главное, липушки появились. Липнет, главное. Главное, прилипло. Теперь я тупо... Их надо соединить, короче. Блин, прикол, видишь? Смотри. Опа, вот он расплавилось. Четко, четко. Ха-ха-ха. Оказывается, я умею, я могу... Да, я всегда всем говорю, ничего не бойтесь, делайте. Главное делать. Вот, смотрите. Сейчас. Ой, ну вот. Вот. Сфокусируй нормально. Ну так, короче, припаялась, но не по заводскому. Она припаялась. Еще же вот этот черный провод туда надо припаять. Ё-моё. Канитель есть же. Конечно, бы снять это все, вот эту вот часть, было бы удобнее. Но там, видали, он ни одну войну прошел этот, короче, Bosch. И он разъединяться должен. А вон провод... Тут склеено что-то, часть, кусочек вот здесь остался крепежа. И провод не вытаскивается, то есть мне тут разломать клей нужно, я не стал. И решил так делать все это на месте, в общем. Иначе там нужно ломать, провод повредишь, потом ой, еще больше канители будет. Лучше так, потихоньку, не спеша.
Ну что, уже две батареечки вот стоят, смотрите. Две. Зелененькая и красная. Все по фэншую у меня. Зелено-красно-коричневая будет. И коричнево-коричнево-коричнево-коричнево. Говняшки вот. Как говняшки они. 3,7 вольта говняшек. Паяльщики, я вас понимаю, у вас, блядь, нелегкая работа тоже. Хоп, за 2 секунды 300 тенге заработал, да? Так, у них так, наверное, счетчик идет. Хоп, припаял 300 тенге. Вот нормально припаялся проводок. Да что за камера, блин? Vivo V21 я себе скоро куплю на днях. У него камера дерзкая. Вот, припаялся за черненький проводочек. Вы знаете, спустя час я уже приноровился. 6 сек, короче. Я тут пораскинул мозгами. Получается, этот пылесос-то одноразовый. Такие аккумуляторы, они несъемные, это нужно производить ремонт. А кто такой ремонт делает, кроме меня такого? Как бы назвать себя ласково? Такого отчаянного, отмороженного. Да, я делаю. Мне интересно всякая чушь такая. Ну, на видео, ребят. Кстати, пишите, какое видео хотите, какой ремонт сделаю 6 секунд. Холодильники мне уже, если честно, надоели. Каждый день я их чиню, вы не думайте, что я сижу без дела. Каждый день холодильники, морозильники. Сегодня что там было? Осель печь. Фу, воняет. Осель печь. Печь для пиццы. И что еще же было? Котел на котел не поехал. Стиральная машина была у одноклассника. Получается одноразовый. Видите, если бы не я, этот пылесос выкинули бы. А он, кстати, не из дешевых. Даже состоятельная клиентка, она говорит, блин, мне жалко его выкидывать, потому что он очень дорогой, и он такой удобный, он везде достанет, у нее собаки. И говорит, под столом, углы, все им удобно пылесосить, он складывается, отлично пылесосит. Пишите комменты, какое видео по ремонту вы бы хотели увидеть. 6 секунд сделаем, проблем нет. Ну, если оно мне, конечно, понравится, я делаю только то, что мне нравится. И считаю нужным для вас. Снимаю видео, да? Для меня, по сути, нету ничего невозможного. Я все умею делать. И делаю то, что мне нравится, еще раз говорю. Что вас интересует, напишите в комментариях, проблем нет. Но, ребят, я не подготовлен, я широкого профиля. У меня нету, видите, у меня тупо паяльник какой-то детский. Олово докупил, эту кислоту докупил, пришел и работаю. А кто-то этим вот занимается, у них там все красиво, аккуратно. У меня все неаккуратно, но надежно. И вот так вот, да, я снимаю вот как для простого человека, как сделать ремонт, допустим, вот в домашних условиях вот такого пылесоса. Ничего сложного нету. Не спешите выкидывать. 6 секунд сделаем. Мне уже осталось, кстати, вот два аккумулятора припаять, и все готово. Ну, прошло где-то часик. Кстати, у меня есть любимый хейтер Алишер. Посмотрим, что он напишет. Он напишет сейчас: полярность не соответствует с точкой коагуляции, и поэтому синхрофазантрон не запустится. В таком роде он сейчас что-нибудь напишет. Вы читайте, проверяйте. Прикольный вообще чувак. Я специально ему это видео скину, спровоцирую его,
и он будет писать такие комменты, знаете, такие ни о чем, но смешные. Спасибо ему, конечно, поддерживает мой канал. Красавчик. Я его, когда раскручусь, я его сделаю своим модератором. Когда уже будут там лямы подписчиков, подписчиц, подписчицы. Это видео тоже для вас. Не выкидывайте пылесос, звоните. 8-700-024-91-49. Плюс, теперь минус. Последовательное соединение. Так, остаются последние штришки. Два аккумулятора. И все на этом. Чистка и сборка. Есть. 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 Нормально. Теперь вот этот маленький пизденыш нужно сюда же припаять еще. Ой, бош. Бош. Бош, зачем же ты так все делаешь? Серьезно, сложно. Это же неправильно. В такое время все должно быть, я не знаю. Ну, если одноразовое, как вы сделали, тогда и цена должна быть соответствующая. Ну, не так, представляете? И он вот такой одноразовый, да? Ну, как так? Это же... Это несправедливо. Это несправедливо. Это некрасиво, несправедливо. Нормалек. Ну вот все, смотрите, ребят, как все получилось, как все вышло. Вот отсюда виднее. Так, это два провода вот на моторчик. Пошли красный, черный. Что там вон? Плюс, минус, плюс, минус. Да блин, камера туфта. Так, вот минусом я закончил. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Все. Все перепаял. Сейчас померю я тестером, сколько вольт выдает. То вдруг что-то переборщил с аккумуляторами и сгорит наш моторчик. Потом все это почищу, пылесосом выпылесошу. Надо было, наверное, сразу это сделать. И начну собирать. Блин, прикол, да? Я, честно, не электрик, но чуть-чуть понимаю, да, в электричестве. И явно, что, блядь, здесь вот выключаем. Выключаем. Ноль, да? Вот. Вот. Включаю сейчас я. Вот загорится там синий свет. Видели, загорелся. 26,5 вольт он дает мне. А на моторчике написано 19 вольт. Вот и, блядь, теперь что делать? Что делать? Смотрите, 19,3 ВД7. Может, это рабочая или минимальная? Должно же быть написано максимальное, как бы это ни было максимальным. Аккумуляторы они все, маркировка у некоторых совпала, у некоторых нет. Возможен такой вариант, что какие-то больше емкости и больше вольтажом. Я не знаю, что делать. Как вы думаете, сгорит или не сгорит? Давайте я вместе с вами проверю, что была, не была. Такой моторчик, я надеюсь, нигде я его не найду, блядь, такой. Если только в Алиэкспресс. Эх, вот, блядь, незадача. Думать. Сейчас подумаю и решу, что делать. Сам растерял, в растерянности, короче, я растерялся. Я не знаю, что делать. 26 вольт. Разница 7,5 вольт. 7, да, грубо говоря. У него тут 19,3 написано. Так. Была, не была, проверим. А мне нравится, ребят, смотрите.
только чуть-чуть он этот тарахтит, потому что не на месте. В принципе, работает, не сгорел. Если бы сгорел, давно бы сгорел. Надеемся, что будет все нормально работать. Сейчас почищу, нельзя так, он, видите, не на месте стоит, вибрирует и задеет об что-то. Нужно установить на место, потом испытывать. Короче, вот я пропылесосил своим таким вот пылесосом, большим братаном. Все, вот пропылесосил. Здесь скотчем бумажным обклеил контакты. Мое мнение, смотрите, моторчик, блядь, 20 вольт и 7 аккумуляторов, корпус, плата. Блядь, за что такие бабки переплачиваемые? Что за время, ребят? Причем тут Bosch, не Bosch? Это херня и стоимость, ну, от силы. Ладно, аккумуляторы там. Ну, 50-60 на это. Покупайте вот такой пылесос. Вечный. Уже ему лет 7, он, не знаю, не ломается. Тфай-тфай-тфай. А это говно. Не берите такие вещи, ребят. Ну, если у вас жардай нормальный, финансы есть, берите. А так простым людям не советую. Установил на место моторчик. Ага. Теперь можно закрыть, в принципе. И потом еще раз проверить. Так. Ну, все. Вот он, этот Bosch. Оказывается, вот тут написано 25,2 вольт. У нас там что, 26 вышло? 26, ну ничего страшного, 1 вольт туда-сюда. Bosch. Все, включу, проверю. И останется тут 4 шурупа закрутить. Крышки одеть. Да, пылесос прошел Крым-Рым, медные трубы, три войны, такие, как называют, информационные войны прошел, видите, весь заскочеванный. Все, на этом ремонт закончен. Такой вот был ремонт, познавательный. Потому что это как бы пылесос нового поколения. Он вот, можно им пылесосить дома. И потом вот тут он половинится. И вот эту часть можно использовать в машине. Как бы машинный пылесос еще. Пишите комменты, ребят, какое видео хотите. То видео я вам и сниму. По ремонту, да? Я же ремонтник. Все, спасибо за внимание. На этом пока.